Я хотел построить следующим образом наше с вами общение. У нас по-разному, разные аудитории, разные темы. Сейчас тема, я ее считаю узкопрофильной. Я понимаю, при всем ее безбрежье для меня, учитывая, что я выполняю функции официального представителя МИД, для меня эта тема является узкопрофильной. Поэтому по возможности, если, опять же, вы не против, я хотела бы сейчас, близко к тексту, я этот текст, он не просто наизусть мною выучен, он написан годами труда, но я буду близко по нему идти, только чтобы не выпадать из нашего регламента, потому что мне очень хочется ответить еще на ваши вопросы, и для того, чтобы просто держать себя в рамках каких-то, я сейчас быстро пойду по тезисам. Я еще раз говорю, я могу его с первой страницы по там, десятую на первую, и могу слева направо, справа налево, и с любого места, потому что многое из того, о чем я буду говорить, не просто написано, а создано, а потом описано нами же. Итак, еще раз, у нас узкопрофильная тема. Мне очень хочется, я понимаю, что вопросы будут разные, но я сделала так для того, чтобы, я сделала все для того, чтобы именно в рамках заявленной проблематики до вас довести максимально много данных, информации, сюжетов, аспектов и так далее. Это не значит, что мы все покроем, будут специализированные вопросы, на которые, допустим, нужно будет развернуто дать ответ. Мы с удовольствием соберем, вот тут мои коллеги присутствуют, эти вопросы и ответим вам адресно. Как всегда, по итогам лекции мы можем взять небольшую группу, которая проявит дополнительный интерес, и у нас встретиться, опять же, по этой узкопрофильной теме. Поэтому, в общем, поехали. Вначале я хотела бы сказать о том, что такое, собственно говоря, цифровая дипломатия. Ну, как вы понимаете, вы все оперируете интернетами, у вас есть доступ ко всей мировой литературе на этот счет, вы и сами можете посмотреть. Термину примерно лет 15, плюс-минус. Конечно, кто-то его предчувствовал, как футурологи, как политологи, не давая описания, но предчувствуя и анализируя будущее. Кто-то давал уже, исходя из той работы, которая в практическом плане начала осуществляться. Но так или иначе, совпадение теории, практики, анализа, все вместе, это вот этому чуть меньше 20 лет. Министерство иностранных дел Российской Федерации, в принципе, в этом смысле я не могу сказать, что не то, что в отстающих, я не могу сказать, что мы даже где-то там в центровых, мы в авангарде. Да, мы, может быть, не сразу начали, присматривались, ну, плюс, сами понимаете, и 90-е, и смена, так сказать, концепций, подходов к выстраиванию внешнеполитической деятельности и смена, в том числе и таких кадрово-поколенческих, как бы мировоззренческих концепций, все это было. Поэтому, конечно, есть нюансировка, но так или иначе мы были одними из первых. Мы очень быстро подхватили вот это, так сказать, валяющееся знамя на нашей территории, и с ним гордо идем по миру. Мы начали эту работу примерно с 10-11 годов. Это не значит, что сайт МИДа возник именно тогда, как раз сайт возник в 1998 году, и без сайтов, как вы понимаете, цифровую дипломатию тоже нельзя, так сказать, считать полной. Но в классическом, то есть в нынешнем понимании цифровой дипломатии, она все-таки у нас ведется с 10-го примерно, 11-х годов. Тогда, когда наше присутствие в интернете перестало ограничиваться только сайтом и только цитированием нас на сайтах других структур, СМИ, общественных, политологических организаций или в социальных сетях и аккаунтах журналистов, экспертов и так далее, когда мы стали там присутствовать сами, когда наше присутствие стало там не только точечным, но и полноценным, широкомасштабным. Еще раз, определений цифровой дипломатии много. Можно я представлю наше, которое, в общем-то, мы
тоже для себя вывели или нашли наиболее подходящую формулировку. Цифровая дипломатия – это внешнеполитическая деятельность, осуществляемая с помощью информационно-коммуникационных технологий и возможностей цифровых платформ, целью которой является продвижение и защита национальных интересов, в нашем случае Российской Федерации, в мировом информационном пространстве. Это отдельное направление информационной работы, при этом это часть глобальной информационной работы, глобальной работы по информационному сопровождению внешней политики. Это особый пакет навыков и умений любого современного дипломата. Это очень важно. Мы, наверное, об этом можем поговорить и поговорим чуть позже, дополнительно, но все-таки я хочу вам сказать, что факультеты и дополнительные отделения, магистратуры, и не только у вас, и кафедры в других наших подведомственных вузах по и непосредственно этому направлению или с фокусом на это направление, они создаются не зря и не просто так. Дело в том, что если до этого, и в принципе так или иначе сегодняшний день ну, частично отвечает, так сказать, этой характеристике, которую я сейчас дам, развивался по определенному пути, мы хотели бы, чтобы эта тенденция изменилась. О чем конкретно я говорю? Вот на сегодняшний день родоначальники нашей цифровой дипломатии набирались, первое, из любителей этого дела, ну, то есть те люди, которые просто чувствовали какую-то собственную заинтересованность, у которых были свои аккаунты, которые, может быть, не вели аккаунты, так сказать, свои личные, а были просто представлены под никами или под какими-то аватарами, наполняли свой раздел, или просто без наполнения своего раздела, просто сами были активными пользователями, то есть созерцателями чужих достижений. Но так или иначе они понимали технологически или имели, как говорит Сергей Юрьевич Лавров, вкус к этому направлению. Вторая категория людей, которые у нас этим занимаются, это ребята, которые уже по ходу учились вместе с нами. То есть они приходили на стажировки или приходили к нам на стажировку, уже будучи сотрудниками, то есть я имею в виду не практику, а уже стажировки перед командировками или стажировкой. Просто у нас есть ознакомительные курсы, и начинали как-то стажироваться, исходя из нашей практики и нашей теории, потому что это такое уникальное направление, которое мы и разрабатываем с точки зрения практической деятельности, и еще анализируем теоретически, и выдаем, кстати говоря, еще и научную аналитику. И поэтому, в общем-то, мы являемся, по большому счету, эпицентром в нашей стране знаний и практических, и теоретических о цифровой дипломатии. Не значит, что мы единственные, но у нас сочетается все, да, у нас вот и инструкция, и сам механизм, и доработка его, и разработка следующих моделей. Вот это все как бы у нас концентрируется. Поэтому приходили ребята, стажировались, кто-то оставался, просился, кто-то записывался на вакансии к нам. И, соответственно, с колес учился. Очень хочется, наконец, начать получать ребят, для которых цифровая дипломатия уже после окончания вуза является профессией. Это не значит, что исключительно и только они в этом хороши. Нет, конечно, тем более выпускники МГИМО – это всегда знание международных отношений, страноведение, языки, глубинное знание истории своей страны, региона, понимание многих остальных аспектов. Но так или иначе, чтобы цифровая дипломатия была тем инструментарием, которым выпускник владеет близко к совершенству профессионально. Вот мы очень хотим, что с появлением такого количества новых направлений в институте мы бы получали таких специалистов. Им будет, кстати говоря, не так просто, я бы сказала, что им будет сложно. Можете даже мне напомнить, я скажу потом почему. У нас за цифровую дипломатию отвечает наш департамент информации и печати. Накоплен огромный опыт и пройден большой путь. Во многих смыслах это, конечно, стал уже ключевой трек. Именно инструментарий цифровой дипломатии сегодня выступает в качестве средства доставки информации, на которой мы во многом делаем ставку.
Мы комплексно развиваем электронные ресурсы Министерства иностранных дел. Это и наш веб-портал, это больше, чем сайт, это все-таки у нас веб-портал, и сайты наших подразделений, консульская служба, историко-документального департамента, это аккаунты в социальных сетях, естественно, и центрального аппарата, и наших загранучреждений, это видеохостинги, ну, наверное, отдельно я скажу, это наши аккаунты в видеохостингах, и, что удивительно, ну, так получилось, что и сами видеохостинги, я имею в виду отечественные, развиваются тоже при нашем активном участии. Тоже, наверное, поговорим дополнительно. Мы координируем как департамент соответствующую работу. Мы направляем соответствующую работу в рамках российских загранучреждений. Ни одно другое внешнеполитическое ведомство не может предъявить такое количество активных аккаунтов ни качеством контента, ни оперативностью, а по сути это не просто оперативность, это круглосуточная оперативность. У нас аккаунты работают круглые сутки, и оперативность это действительно это возможность не просто реакции, которая выдается только в одной точке, это оркестр, мы добились главного, мы добились того, что я хотела, то, что я видела крутого у коллег зарубежных. Я видела, вы понимаете, при всем мастерстве соло-исполнения, а мы знаем, что Паганини, когда была совершена диверсия в отношении него и его инструмента, и сумел сыграть на скольких? Сколько у него осталось? Две струны? Одна? Одна, вот на одной даже сумел. Это все прекрасно, и это высшее мастерство, но этого явно недостаточно, если вы хотите исполнять симфоническую музыку или какие-то особые произведения. Нужен оркестр, и вот в данном случае цифровая дипломатия наша, она такой оркестр обеспечивает. Я думаю, что многие, наверное, из вас уже пользуются нашими возможностями и подписаны на многие из наших ресурсов, и на телеграм-каналы министерства, и на русском, и на английском языке, может быть, на какие-то посольства, может быть, на кого-то персонально вы подписаны. Теперь немного статистики. Я никогда не считала и, надеюсь, никогда не буду считать, что только количественные показатели, я считаю, что это очень важно для учебного процесса, никогда не фокусироваться исключительно на количественных показателях. Я думаю, что многие из вас знают, потому что может идти речь о накрутке, о ботах, о ботафермах, о там, технологических возможностях, которых сейчас будет с каждым не годом, с каждым месяцем все больше и больше. И когда тебе предъявляют аккаунты, ну, в принципе, сейчас и на глаз специалисты могут определить, что из этого правдиво, а что из этого накручено, но существуют уже целые программы, они уже существуют давно, мы 10 лет как пользуемся даже дополнительно специально измерительными программами, которые дают нам примерное понимание, что есть что и из чего исходить, когда видишь эти колоссальные цифры. Поэтому это не есть единственная шкала оценки эффективности. Это важная составляющая, не единственная. Здесь, так сказать, оценка должна быть алгоритмической, то есть со многими данными. Вот это одни из данных. Поэтому я их вам тоже приведу, но это не единственное и, не, на мой взгляд, все-таки не самое главное, но важное. У нас только у Смоленки, то есть мы сейчас говорим не о посольствах, мы говорим только о, так сказать, нашем вот центральном подразделении 21 активный аккаунт на 12 мировых и отечественных цифровых платформах. Я сразу предвижу ваши вопросы, ушли ли мы из социальных сетей недружественных стран, не ушли. По одной простой причине, потому что нужно было доводить информацию именно до тех кругов. Помимо всего прочего, мы понимали, что все, что наше отечественное, не блокируют, блокируют достаточно легко, вырубают. Наш контент, так сказать, тоже достаточно активно, поэтому нужно было присутствовать везде, где только можно было. Поэтому мы свое присутствие сохранили, ни на один день его не останавливали. Еще раз, это только центральные наши учетные записи. Они ведутся на четырех языках, это русский, английский, испанский и арабский. Но это лишь верхушка айсберга. Когда мы говорим о российской цифровой дипломатии, мы подразумеваем министерскую цифровую сеть. Еще раз,
Российская цифровая дипломатия – это не только работа Министерства иностранных дел, как вы понимаете. Потому что тот контент, который выдает администрация президента, в первую очередь сам президент, который появляется, вся информация, которая появляется на том же сайте Kremlin.ru, является важнейшим инструментом, важнейшим элементом российской цифровой дипломатии. Мы занимаемся, так сказать, в какой-то степени координацией и презентацией вовне, объединяя очень многие официальные ресурсы. Ну и, конечно, движок, конечно, стоит наш. Он состоит из, вот этот движок наш, МИДовский, состоит из более чем тысячи активных учетных записей Министерства иностранных дел, загранучреждений. Что это такое? Это посольство, постоянное представительство России при международных организациях, генеральные консульства. Ну, так или иначе, Россотрудничество тоже, так сказать, в нашей дружной семье. Это и отдельные подразделения Министерства иностранных дел, то, о чем я сказала. Например, консульский департамент, историко-документальный, сайт историко-документального департамента с возможностью цитировать их материалы. Конечно, это ДСКЦ, Департамент ситуационно-кризисный центр. Это каналы департаментов, как мы называем их, территориальных, первый ДСНГ, латиноамериканский департамент. Ну и, конечно, блоги наших дипломатов, мы их называем экспертные учетные записи, их будет больше. Мы сейчас делаем ставку на то, чтобы их отдельно развивать. На нашем сайте можно, кстати говоря, и вам это в помощь, и тем, кто будет преподавать, и тем, кто будет изучать, есть специальный раздел. Он находится по кнопкам «Пресс-служба», затем «Аккаунты в социальных сетях». Этот раздел мы сделали, наверное, лет 6 назад, может быть, даже чуть раньше, где представлено в виде таблицы все присутствие наше ведомственное, МИДовское, в социальных сетях. Для чего это нужно? С одной стороны, есть там бота-фермы. Вот вам, пожалуйста, пример легальной фермы нашего присутствия. Можно все найти для удобства. Но самое главное, и почему мы тогда это начали делать, это, в принципе, один из единственных, не то что немногих, я бы сказала, единственный, возможно, что-то есть еще, чего я не знаю, но, как мы понимаем, в общем-то, исключительно эффективный инструмент противодействия появляющимся фейковым аккаунтам под видом наших аккаунтов. То есть любой специалист, любой журналист, любой политолог может зайти на этот раздел и посмотреть тот ресурс, который ему предлагается через соответствующую модерацию, через соответствующую рекламу, всплывающие ссылки, является ли он официальным или это фейк. Фейков очень много. На галочки тоже смотреть не надо, есть фейки с галочками, еще с какими. У нас была ситуация, когда у нас на глазах, вот видели, наверное, когда-нибудь кадры, да, как там, я не знаю, крокодил хочет съесть бегемота, прибегает стая бегемотов и пытается отбить этого бегемота, да? Вот у нас на глазах мы были, так сказать, теми, которые пытались отбить. Такое случается и с тиграми, с леопардами, со львами, со всеми. Вот мы пытались вытащить из этих клыкастых пастей этих аллигаторов наши настоящие аккаунты, потому что происходило что? Появлялись вместо аккаунтов наших посольств, которые были верифицированы, у которых была верификационная галочка на различных платформах, появлялись их кривые зеркала или там их недостоверные отражения, собственно говоря, фейковые аккаунты. И все письма, которые мы писали, ни к чему, собственно говоря, не приводили. То есть мы там разрабатывали целые хитроумные планы, как все-таки спасать наши настоящие аккаунты, чтобы они не были, аннулированы в пользу фейковых аккаунтов. Это вот у нас где-то 18-19 год. Чехия, Словакия, да, в стане ЕС такое наблюдалось. Соответственно, это, еще раз говорю, это не только удобно для того, чтобы искать различные ресурсы, которые вам нужны, допустим, если вы едете работать в страну или если вы следите за информацией из этой страны, но в том числе и верифицировать, и в том числе
в том, доказывать, что вот эти аккаунты являются не фейковыми, а настоящими. Я хотела бы особо отметить, что у нас цифровой дипломатией занимаются дипломаты. Ну, то сейчас можете улыбнуться, да, но на самом деле это не фигура речи, это не рифма и не кривая даже рифма. Это очень важный нюанс. Как вы понимаете, а вы сталкиваетесь с этим буквально каждый день, когда вы покупаете продукты, когда вы получаете какие-то услуги, когда вы сами реализуетесь, неважно, как студенты или, может быть, уже какие-то юные бизнесмены или публицисты, по-разному это бывает. И вы же видите, что есть целая школа мыслей, связанная, ну, назовем это так, с аутсорсингом, с делегированием определенной части работ профессионалам. И цифра, я имею в виду ведение аккаунтов в социальных сетях, очень часто рассматривается компаниями, организациями, некоммерческими структурами именно в качестве такой нагрузки, которую самим вести не надо. Почему? Ну, это специализированные, так сказать, знания, это люди, которые должны заниматься этим, ну, если вы, в общем-то, хотите быть в повестке, практически круглосуточно, это обновленные знания, которые должны обновляться регулярно, это финансовые затраты и на штат, и на, ну, в общем, и на железо, потому что к этому теперь уже и телефон относится, и на софт, и на поддержание вот этого профессионального уровня. И куда как удобней делегировать это профессионалам. К чему это ведет? Я не говорю, что этого не должно быть. Это должно быть в ряде случаев. И не будем туда заходить, может быть, каким-то НКО, НПО или неважно, бизнесу так удобнее, так правильнее. Но, на мой взгляд, ни в коем случае не госструктурам. Вот точно госструктуры это не должны делегировать. Мы видели неоднократно и продолжаем наблюдать это сейчас, к чему это приводит. Мы видели это в 2022 году, так или иначе точечно мы видели в 2014 году, когда делегированное ведение аккаунтов приводило не к потере аккаунтов, что было бы печально, но переносимо, а к использованию аккаунтов против вас, против заказчика. То есть когда в единицу времени моментально у вас забирались доступ к аккаунту, пароли, а, соответственно, невозможность, так сказать, их восстановить, ввести и так далее, потому что админы были чужими, и эти аккаунты начинали палить, ну, буквально вести открытый огонь, прямой наводкой по той структуре, которая создавала, которая покупала эту услугу и так далее, и так далее. Я не буду называть ведомства, но я могу сказать, что наши коллеги из других министерств с этим сталкивались неоднократно. Сделать в этой ситуации оперативно нельзя практически ничего. Потому что любое обращение, как вы понимаете, напрямую в соцсеть, это время сейчас, учитывая, что речь идет, там, может идти там, о... Там, в соцсетях, в недружественных странах, это вообще, считайте, как там в колодец камни кидать, просто бесполезно, ни ответа, ни привета, даже можете звука не услышать. Через какие-то там окольные пути тоже, либо время, либо... Ну, в общем, самое главное, утрачен момент. То есть утрачено доверие к ресурсу, утрачены подписчики, утрачено идеологическое, политическое, во многом коммерческое, если это связано с деньгами, так сказать, работа, усилия, вложения и так далее, и так далее. Поэтому я абсолютно уверена, что это не только невозможность частично делегировать. То есть когда и ты админ, и там админ, и только у тебя права на там, такую фатальную модерацию, а работу выполняют те, кого ты нанял. Нет, для госструктуры, особенно для политической государственной структуры, я считаю, что делегирование на аутсорсинг – это просто невозможно. Поэтому у нас этим занимаются дипломаты. У нас есть центр цифровой дипломатии в нашем департаменте. Мы уже накопили не только опыт, но и уникальных специалистов. И они работают в том числе и в наших загранучреждениях. Они возвращаются к нам, они проходят переквалификацию в виде
или опыт дополнительной работы, либо стажировок, по-разному бывает. Ну и, конечно, за цифровую дипломатию за рубежом отвечают и координируют ее наши пресс-секретари. Ну, в большинстве случаев так и есть. Существуют отдельные точки, где, допустим, пресс-секретарь в большей степени ориентирован на такую, знаете, дежурно-протокольную часть, организацию традиционных форм взаимодействия со СМИ, интервью, статьи и так далее. А вот есть какой-то особый человек, опять же, со вкусом к этому делу, которому поручено ведение. Такое тоже бывает, то есть такие гибридные формы. Что касается пресс-секретарей, то на базе наших подведов, ну, в частности, Дипакадемии, у нас есть специальные курсы обучения. Мы с удовольствием, кстати говоря, можем делегировать им МГИМО подобное, если вдруг у вас будет желание, либо, допустим, в процессе обучения, почему нет, вот прям сразу предложение, в процессе обучения на старших курсах, когда... Прекрасно. Нам осталось с вами, как это, знаете, при покупке футболистов на салфетке расписаться. Вот. И на самом деле было бы очень здорово, если бы была подготовка. Еще раз говорю, это делается сейчас в Дипакадемии, будет продолжаться делаться еще на новом уровне с сентября. Но и почему не МГИМО? Прекрасная была бы история. Мы со своей стороны поможем, им методологию дадим. Все пресс-секретари проходят сейчас подготовку в ДИП, они стажируются в Центре цифровой дипломатии. Они, вот как я уже сказала, приходят к нам с разным уровнем знаний. Поэтому надежды с факультетами и с новыми направлениями в рамках старых факультетов мы связываем очень большие, я уже сказала почему. Потому что нам нужны люди, я больше хочу сказать, которые будут умнее нас. Редко, наверное, от кого это можно услышать, потому что всегда, знаете, есть такой момент, да, вы, конечно, ребята, молодцы, все, но мы-то точно лучше знаем. Нет, а очень хочется встретить тех, кто знает больше нас. Вот я знаю, что на факультете журналистики уже целая группа ребят, ну, я не знаю, самоорганизующиеся или просто любители, которые занимаются мемотикой, да, которым это интересно, которые это развивают от слова «мем». Я на всякий случай скажу, просто мем, я даже вас спрашивать не буду, потому что я боюсь услышать, как всегда, что это смешная картинка, сами посмотрите, но я просто хочу сказать, что можете, кстати говоря, этот вопрос поставить на госэкзамен или на одной из сессий точно, что такое мем, потому что, как правило, все говорят, ну это же такое смешное, юмористическое, обязательно там вот какая-то картинка или еще что-то. Это не смешно. Да, и когда я говорю, а когда возникло само понятие? Ну, там лет 10 назад, вот когда начали картинки по WhatsApp перекидывать друг другу, вот тогда. Чего подобного? Это последняя четверть 20 века. Специалисты в области коммуникации, по-моему, французский специалист, можете даже посмотреть, изобрел это понятие. Это единица передачи информации, в которые входят визуальный контент и смысловой. То есть это сочетание смысла с визуалом в различных пропорциях, в различных форматах, но это вот такая единица упаковки или единица передачи, или единица коммуникации, даже можно так сказать, передачи информации. Просто очень интересно, я считаю, что этому точно можно посвятить отдельную лекцию от начала, причем, как вы понимаете, это только формирование самого понятия мем в нашем с вами как бы смысловом понимании, а на самом деле это пришло и было, и передавалось из поколения в поколение различными культурами, те же самые, не знаю, пиктограммы, иероглифы, картинки, да, я не знаю, я вот Китаем занимаюсь, там Адда Цзыбао, те же самые лупки, которые были и на Востоке, и в Европе, и в России, это так или иначе все элементы вот этой самой мемотики. Вот она просто сейчас так называется, а в коммуникационном плане явление это не просто старинное, а старейшее. Поэтому этот прям целый раздел, целая лекция, это вообще очень интересно. Поэтому если к нам будут приходить ребята, которые, допустим, являются специалистами вот по этому направлению, мы будем просто счастливы. Я вот просто сейчас приведу вам один пример.
Он очень смешной, реально смешной. Год назад примерно мы читаем, нет, даже года три назад, мы открываем какое-то исследование цифровых возможностей и реализации цифровых возможностей в разных государственных структурах. Открываем какое-то исследование в каком-то средстве массовой информации, я не помню, то ли онлайн-издание, ну какое-то солидное издание, которое решило по каждому ведомству исследовать, как ведомство работает, и самое главное, задача этого исследования, сколько каждое ведомство тратит денег. С удивлением, это было три года назад, то есть, соответственно, там курсы и так далее, вы понимаете. Вот с удивлением мы узнали, что Министерство иностранных дел якобы на работу в соцсетях тратит 168 миллионов рублей. Когда я это прочитала, я начала обзванивать коллег с вопросом, где деньги, Зин? У кого осело? Где эти компании-прокладки? Где коррупционеры, которые сливают через нас, переливают еще куда-то? Ну, сумма-то такая, вряд ли может потеряться. Мы начали, когда мы поняли, что точно, как говорится, колокольчик нигде не звонит, то есть никто даже из нас не понимает, откуда вообще такое могло прийти, мы зашли с другой стороны. Мы начали аккуратно звонить в это самое средство массовой информации, журналистам или обозревателям, экспертам, которые составляли этот обзор. И так как бы начали мы издалека, как интересно, что за методология вашего исследования, а на основе каких данных, ну мало ли, думаю, где-то они отследили, может быть, на будущее закупки, да, бывает сайт с госзакупками, может быть, что-то где-то неправильно процитировали, может быть, это на, условно говоря, на информационную безопасность, а они, ну как бы, реплицировали это на соцсети. Вы знаете, что оказалось? Да, и причем везде написано было, по-моему, там ведомство такое-то, там информация о госзакупках, ведомство такое-то, там бюджет такой-то, ведомство такое-то, там доклад такой-то, а про нас просто 168 миллионов. Мы говорим, а ну как-то, что же это у вас такое за расследовательское агентство, что, как, откуда вы это взяли, кто же вам такое рассказал? Знаете, что выяснилось? Выяснилось, что свои оценки эксперты основывали на сравнительном анализе тех работы тех ведомств, у которых были заявлены бюджеты. То есть они брали реальную практику работы, количество аккаунтов, количество заявленных бюджета, денег, аутсорсинга. По нам-то ничего нет, у нас действительно эта работа выполняется нашими сотрудниками. И они просто посчитав, сказали, ну, исходя из того, что делает МИД, это стоит не менее 168 миллионов. На самом деле это просто работа отдела цифровой дипломатии. И работа наших пресс-секретарей, загранточек, которые делают это настолько эффективно, что это вот так оценивается. Это просто, я уже сказала, это не пример высокой оценки, это смешной пример оценки. О примерах высокой оценки я скажу отдельно, они тоже есть. Отдельным, конечно, направлением является работа по противодействию дезинформации. И здесь, на мой взгляд, цифровой дипломатии нету равных. Почему? Потому что какие бы у вас ни были там прекрасные возможности писать письма в издания, что, к чему это придет? Или прекрасная юридическая команда, команда юристов, которые могут отбивать, не знаю, иски или наоборот подавать иски в судах. Это все очень хорошо, только неэффективно с точки зрения противодействия дезинформации. Мы добились того, в том числе за счет элементов цифровой дипломатии, что наша работа по дезавуированию фейков стала, на мой взгляд, эффективнее, нежели распространение фейков теми, кто это делает изначально. То есть наша рубрика «Антифейк», она стала сама по себе уже мемом, она стала уже по себе брендом, она стала уже по себе самой, нас уже даже копируют. Почему первый? Началось-то не с первого, началось-то, что уж тут говорить, с дождя началось. А где-то через 3-4 года после того, как мы эту рубрику начали вести, полностью наша методология была воспринята этим телеканалом,
и который сейчас, по-моему, иноагентом объявлен, и они начали делать, а потом уже там начали делать и другие, и интернет-источники, и федеральные каналы, но мы были первыми. Это не значит, что вот мы такие крутые, мы первые, просто это говорит об эффективности работы. Я не уверена, что какой-нибудь аутсорсинг дал бы такие результаты. А эффективная работа и правильное распределение, так сказать, нюансов, акцентов и ударений, расстановка, дает действительно хороший эффект. Поэтому это особая часть работы. Если вам будет интересно, я с удовольствием на ней остановлюсь отдельно. Теперь о цифровом суверенитете. Да, когда мы начинали эту работу, мы начинали ее, конечно, на, в первую очередь, американских цифровых платформах. Все понимают, какие, нужно ли мне говорить. Мы начали с того, что сейчас называется X. Это было очень удобно. Почему? Потому что мы не были готовы к работе в 140 знаков. Потом появилось расширение до 165 знаков. Ну, до 200 там с чем-то. За счет настройки, за счет дополнительной программки. И только спустя, ну, считайте, много лет они сделали возможным публикацию более расширенных вариантов. Но это был наш первый выход. И тут мы поняли, это было 10 лет, больше 10 лет назад, и тут мы поняли, что мир-то меняется, он еще не полностью изменился, но он меняется. В какую сторону? В сторону того, что Сергей Юрьевич Лавров называет дебилизацией внешней политики. И когда мы первый раз ему доложили, что вот видите, тут такое вот творится, он говорит, ну это же катастрофа, ну если говорить в общем мировом масштабе. Я говорю, ну да. Ну и как говорится, и на камнях растут деревья, но и в рамках катастрофы, либо той, которая грядет, либо той, которая уже случилась, нужно выживать. Что значит вот такие смачные, емкие слова, как дебилизация внешней политики, международных отношений, катастрофа, сужение смыслов до фразы в 140 знаков. Вот в эти 140 знаков вам нужно вложить все. Описание страданий людей, меры, которые предпринимаются в экстренной ситуации, тезисы, которые ранее великие люди, не читая, простите, нам с вами, я не говорю о ваших способностях, я уверена, что из вас получится большое количество руководителей, философов, политологов, я в вас верю. Но я просто говорю о нашем с вами вот с нынешнем диалоге. Люди, которые становились символом эпохи с точки зрения анализа международных отношений, которые выпускали трактаты, которые мы сейчас не просто цитируемся, мы пытаемся понять всю глубину того, что они предсказывали. Да? И они писали манифесты, воззвания, меморандумы, составляли там пункты по каждому какому-то там, не знаю, аспекту мировой проблемы, такие развернутые. Да? И тут 140 знаков реакции, в которую ты должен уложиться, чтобы тебя поняли. А если ты не смог, то тебя не поняли. И, в общем, кто дурак? Точно не тот, кто не хочет читать 280 или там еще чуть более твитов. А ты, потому что ты не смог. Но мы поняли, с другой стороны, что да, это новый вызов. Это может быть и катастрофа, а может быть начало чего-то совершенно нового. Не знаю еще, посмотрим, но это вызов, с которым мы имеем дело. И мы должны его принять, и мы должны еще и выиграть эту борьбу. И мне кажется, у нас это начало получаться. Мы, правда, столкнулись с критикой. Критика была разная, была объективная. Она шла от тех людей, которые привыкли читать то, что сейчас называется лонгридами. А теперь лонгриды – это даже два абзаца. Говорит, нет, ну, слушайте. Ну что я, у меня времени на два ваших абзаца нету, да? А оказывается, лонгрид – это там в том числе и то, что больше там полутора-двух с половиной минут, тоже, знаете, не каждый может осилить. Все же занятые, там сколько роликов интересных с масками, мордочками, с перезвонами и так далее. Всего же не успеть.
мы подверглись объективной критике тех, кто еще не понял, что пришел новый мир. Он еще пока стыкуется со старым. Но тогда мы начали объяснять, что тем, кому удобно читать так называемые лонгриды, обзоры, справки, промежуточные вещи между 140 знаками и лонгридами в виде пресс-релизов, сообщений для средств массовой информации. И эти формы мы все оставляем. Мы не закрыли ни одну традиционную форму коммуникации. Мы не закрыли ни одно традиционное средство, наше собственное, МИДовское, информации. У нас был дипломатический вестник, он остался. Только раньше он был ежемесячным изданием, в которой размещали, в котором публиковали пресс-релизы, выступления, стенограммы. Почему? Да потому что не было сайта, и только в этом самом дипломатическом вестнике до 90-х годов можно было найти то, что выходило от МИДа. Я вам честно говорю, потому что вот мы пытались найти брифинги наших предшественников, официальных представителей МИД Советского Союза, Молодой России, а их нету. Почему? Потому что снимали их на профессиональной камере телевизионные каналы, а у них архивы не сохранились. Почему? Кто-то перезаписывал на пленку, кто-то это продал, и кому-то это не нужно было, просто выбросил. Представьте, просто что-то размагнитилось, что-то потерялось, что-то украли. Нету их. Мы по крупицам искали какие-то и собирали сюжеты. Кстати говоря, если кто-то возьмет такую работу, вот есть же поисковики, да? Вот есть же, и должны быть, наверное, информационные поисковики. Я имею в виду не с точки зрения участия в соревнованиях по поиску, да, ну вот есть такие, да, в поисковиках поиски. Нет, я имею в виду по поиску, ну вот, например, архивных материалов, связанных с МИДом, да, кинохроника, телевизионные сюжеты и в российских, советских, и зарубежных средствах массовой информации. Пожалуйста, возьмите себе тему, например, курсовой или, может быть, даже диплома. Мы будем счастливы. Такой еще темы не было. Если вот что-то у вас получится, мы будем счастливы, мы вас просто вот прям сразу запишем в претенденты на работу, если это будет хорошо сделано, конечно. Но просто я к тому говорю, что тогда существовали формы традиционные. Вот, например, дипломатический вестник. Пришли другие времена. Поиск стал возможен через модерацию сайта, через поисковики сайта. Потом пришли еще и социальные сети. Ну, казалось бы, зачем перепечатывать пресс-релизы раз в месяц? Само собой, не нужно это делать. Это лишняя, достаточно трудоемкая задача, которая не нужна. Что мы сделали? Отказались мы от дипломатического вестника? Ничего подобного. Почему? Это бренд, это возможность, это для кого-то до сих пор средство, так сказать, поддержания своих знаний, им так удобно. Помимо всего прочего, это очень важно. Это еще работа на историю, потому что мы не знаем, что останется. Останутся ли сервера? Останутся ли диски? Мы не знаем этого. Но мы знаем точно, что сквозь века доходили книги, по-разному написанные. Что-то на бересте, что-то на шелке, что-то на бумаге, что-то на папирусе, что-то на чем еще писали. На глине, кстати говоря, тоже доходило. Поэтому мы сделали дипломатический вестник ежегодником. И в ежегодник каждый год на протяжении уже последних, ну, наверное, 10 точно лет, мы собираем все выступления, заявления, интервью, пресс-конференции, комментарии министра иностранных дел Российской Федерации на русском и на английском языках. Вот такой у нас ежегодник. Конечно, обязательно вместе с диском, с цифровым носителем и плюс обязательно с дублированием на сайте всего этой, всей этой красоты. Мы добавляем туда фотографии. И это отправляем и на мероприятия, естественно, международные, с участием международных иностранных, зарубежных гостей, друзей, журналистов, но в том числе отправляем и по библиотекам, по государственным службам, по разным министерствам. Это архив. Бывает такое, министры не говорящие. Бывает. И у нас были такие. Вот Евгений Максимович Примаков, он очень много писал, у него очень много сохранилось трудов. Он издавал учебники, монографии, но говорил он достаточно мало. Он не столько говорил вот, в качестве оперативной реакции, сколько писал научных трудов. Он был ученый, он вот на этом концентрировался. Сергея Ивановича Лаврова
другая тактика, которая, наверное, соответствует в большей степени времени. Он оперативно комментирует очень много. И развернуто, и точечно. Соответственно, сборник его выступлений – это круче, чем сборник просто даже пресс-релизов. Это намного более интересная, развернутая, ориентированная на будущее поколение вещи, которые 100% сохранятся. Вот они сохранятся. Очень интересная история, но вот мы сохранили эти вещи. То есть мы работаем на все каналы коммуникации, не только здесь и сейчас, в секунду нынешнего потока информационного, но и с точки зрения исторической коммуникации. То есть я думаю еще в том числе о том, как это будет восприниматься через поколение, или поколениями старшими, или поколениями, которые работают в... Поколениями не в плане возраста, а как социальная группа, которая работает в библиотеках, которая ищет книги по индексам, не только в цифре, да, но и по-разному. Соответственно, это был наш ответ тем, кто говорил о том, что ну зачем 140 знаков, зачем эта дебилизация, зачем эта упрощенность. Мы сказали, каждый найдет свой продукт. Содержание одно и то же, а написано оно по-разному. Разным языком, в разных жанрах. И я считаю, что эта ставка более чем сработала. Но мы начали с того, что важен цифровой суверенитет. Мы начали нашу цифровую дипломатию с работы на западных, прежде всего на американских цифровых площадках. То, что сейчас X, и то, что сейчас... Как по-русски Facebook называется, знаете? Мордокнига, извинитесь. Вот это уже другое поколение, потому что мордокнига это вот минус 5-6 лет назад. Это поколение ЖЖ придумало, мне кажется, в отместку за то, что пришел новый вид коммуникации. Мы начали работать там, и в какой-то. И все же было нормально. 10 лет назад все было прекрасно. Я имею в виду в этом смысле. Но что-то, какое-то подозрение о том, что это все. Очень зыбко оно закрадывалось. Поэтому мы начали осваивать и наши цифровые площадки в том числе. Хотя вам это сложно представить, хотя, может быть, кто-то уже исследовал или в курсе. Но 10 лет назад наши платформы вообще не были популярны. Они как бы, ну, началось, правда, все с одноклассников, но там была более такая, знаете, бытовая информация. С точки зрения политической, сначала был живой журнал, потом он плавно отошел, и все плавненько перешли на вот американские платформы. Там была политическая информация. Наши новые платформы, которые шли после одноклассников, изначально не были популярны с точки зрения политического, международно-политического контента. Но мы туда пришли тоже одними из первых, если не сказать среди госструктур первыми. Вот, например, в 2015 году мы первыми вошли во ВКонтакте, и лично Сергей Ильич Лавров приехал в штаб-квартиру ВКонтакте. Где она находится? Правильно, в Санкт-Петербурге. Есть вот эта вот, на мой взгляд, уже историческая фотография, когда он со всем коллективом ВКонтакте, у них на крыше, в их офисе, делает эту коллективную фотографию через инстапал, вот инстапалка с телефоном. Все, что только тогда можно было вот придумать современного на этой фотографии. ВКонтакте, министр, так сказать, инстапалка, это был, да, это было круто. И мы запустились. Затем в 2021 году мы пришли в Рутюб. Это драматургия. Потому что столько, сколько МИД говорил о необходимости создания отечественного видеохостинга, не говорил никто. Казалось бы, должны были говорить, не знаю, мне кажется, шоу-биз должен был говорить, или Минцифры, или какие-то другие структуры. Но мы говорили больше всех, мы выступали на всех конференциях, мы писали письма, мы отстаивали эту позицию на всех межведомственных совещаниях. И знаете, какой был главный аргумент, что нам не нужна своя видеохостинговая платформа? Ну, есть же американская, нам говорили. Во-первых, есть американская, во-вторых, то, что вы сказали, что «а мы никогда их не перебьем». И на это я говорила одну вещь. Я говорю, конечно, но если мы опять будем вот эти догонялки устраивать и исходить из того, что нам нужно обязательно перешибить количеством, показателями, то, наверное, действительно не стоит. Но просто в один прекрасный день вы можете проснуться в мире, в котором вас нет.
котором нет вашего кино, и кино ваших родителей, и нет мультфильмов ваших детей или ваших мультфильмов, где нет ваших песен, и которые написали вы, и которые вам написали, и которые вы любите слушать, в котором нет ни одной архивной программы, в котором нет новостей на вашем языке или описывающих вашу жизнь. А если вас нет или не будет через какое-то время в цифровом пространстве, вот в этом качестве, то очень может быть, и мы движемся на всех парусах к этому миру, я имею в виду всю планету, не только мы, вас вообще не будет. Знаете, вот такие фильмы апокалипсиса, когда человек приходит, да, и говорит: здравствуйте, я там Иван Иванович Иванов. Говорит: а кто это вы? А и ты что? Он говорит: ну вот мои документы, а в компьютере вас нету. Ну как же, вот же мой паспорт, ну и что? А фотография не похожа. Он говорит: ну потому что это 20 лет назад было. Говорит: правильно, а вы, так сказать, на Face ID не отражаетесь никаким образом, а где ваши отпечатки? И человек понимает, что, ну вот вы знаете, эти фильмы-катастрофы, апокалиптичные сценарии, они описаны во многих фильмах, когда человек понимает, что его как бы нет. Предтечи – это футуристы начала 20 века, потом 80-е, 90-е годы. Сейчас эта тема очень активно обсуждается. Плюс еще двойники, плюс еще тема аватаров. Аватар есть, а человека нет. И аватар действует за человека. В принципе, вот назовите мне художественное произведение, литературное, западное, которое еще, наверное, в веке 19 описывает схожую ситуацию с человеком, которого человек есть, а на самом деле жив его аватар. Конец 19 века, начало 20-го. А? Ну, «Портрет Дориана Грея». Кто не читал, прочитайте обязательно. Это же как раз вот про это самое, когда аватар существует, и ему начинают верить, и потом он просто отнимает жизнь у человека. А человек живой прекращает существовать. И не из-за того, что он лишен физической возможности жить, а потому что все его качества перенял аватар. Ну, в том случае портрет. Вы представляете, это более 100, ну, наверное, примерно плюс-минус 130, наверное, лет назад было написано произведение. И насколько оно актуально сегодня. И именно этим мы мотивировали, когда мотивировали всех, и себя в том числе, на дальнейшую борьбу, что нужен наш отечественный видеохостинг. Наконец он есть. Он был давно. В каком он году? Наверное, в начале 2000-х он появился. Но, к сожалению, его предыдущие владельцы и модераторы не развивали его таким образом, чтобы он стал привлекательным. Когда я говорю о том, что теперь он есть, я говорю о том, что там есть нормальная модерация, там есть нормальное привлечение, там уже заложены те движки, которые предполагают его развитие. Это сочетание факторов, я думаю, что это тоже станет вашей работой или темой вашего исследования, но Рутюб есть, и мы теперь есть в Рутюбе с 2021 года. В 2021 году мы вышли в Одноклассники, в 2023 году мы запустились на Дзене. В апреле этого года Министерству иностранных дел Российской Федерации была присвоена первая национальная премия «Феникс» в номинации «Каналы государственных структур» на платформе Рутюб. Что это за «Феникс»? «Феникс» – это та птица, которая, будучи сожженной в пепел, из пепла возрождается. Это премия, которую придумали, разработали стратегии Рутюба для тех, кого сожгли, ну в прямом смысле этого слова, уничтожили на платформе Ютуба, и кто сумел перенести свой контент, а во многих случаях просто начал заново, уже на площадке Рутюба. Это ведущие наши публицисты, журналисты, общественные деятели, кстати говоря, певцы, музыканты и так далее. Ну, нас не дожгли на Ютубе, но мы просто столько сделали для того, чтобы появился Рутюб, и пришли туда с таким большим контентом. А если говорить о госслужбе, наверное, это уникально по количеству и по объему этого контента. 5,5, сейчас 5,6 тысяч уникальных видеороликов загружены МИДом в Рутюб. Это же архив, это видеоархив российской внешней политики. Это уникальная история. Кстати говоря, это не единственная премия, это вот как раз о не смешной оценке, о высокой оценке нашей работы, которая действительно соответствует, так сказать, всему. В 2014 году Департаменту информации и печати была присуждена, или наш департамент был удостоен премии «Рунета», номинация «Культура, СМИ и массовые коммуникации». И, кстати говоря, за что? За создание сети, корпоративной сети
аккаунтов на платформах социальных сетей и видеохостингов. В 2007 году победителем в одной из категорий национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет стал веб-сайт Генерального консульства России в Барселоне. Мы будем и дальше идти этим путем, и нам нравится, и пользователям тоже нравится. О чем я хотела бы сказать еще? Дипфейки. Ну вот я сказала об антифейках, о работе по предотвращению дезинформации и так далее. Это новый вызов, и с ним придется сталкиваться вам все больше и больше в личной жизни, в профессиональной жизни, в общественной жизни. Вы будете не только персонально подвергаться вот такому точечному нападению, когда вы будете открывать сети, как бы от вашего имени кто-то что-то будет говорить. Вы будете становиться объектом вот этой целенаправленной дезинформации, когда распространяемая и созданная нейросетями псевдоинформация будет касаться вашей жизни. То есть не от вашего имени это будет делаться, но вас это будет касаться в первую очередь. По разным причинам. Не знаю, это может быть экстренное оповещение, это может быть вот то, что сейчас вы получаете на телефон в виде звонков якобы от майора отдела какого-нибудь внутренних дел или сотрудника Сбербанка, то дальше то же самое будет... От ректора Туркунова, да. Вот сейчас это по телефону, а дальше это будет уже на более серьезном уровне, когда вы будете разговаривать, и там будут уже не пранкеры на той сети, на том конце сети. Там уже будет визуализированная фигура близкого вам человека, и вы будете делать все, потому... Ну, в принципе, это и сейчас есть. Многие тоже сталкивались. Мы сталкивались с этим уже неоднократно. Значит, отсюда возникает вопрос искусственного интеллекта. Частично в МИДе этой работой занимаемся мы. То есть мы начали ею заниматься в разделе или в разломе этики искусственного интернета. У нас есть еще раздел, связанный с безопасностью. Это другой департамент, департамент международной информационной безопасности. И, конечно, есть еще и военный искусственный интеллект. Это другой еще департамент ДНКВ. Мы занимаемся этикой искусственного интеллекта. Хотя сейчас, конечно, эти вещи все соединяются. Причем происходит это все на каких-то гиперскоростях. Обсуждение ведется очень активно, впервые принята резолюция Генеральной Ассамблеи по искусственному интеллекту. Почему это было близко нам? Ну, во-первых, как всегда, потому что никто не занимался, а нам было интересно. А во-вторых, потому что это очень близко к модерации и статусности, проработке международно-правового статуса так называемых new media. А эта тема возникла примерно 15 лет назад, 20 лет назад, как раз с появлением цифровой дипломатии, социальных сетей, блогерства как такового. И многое из того, что там вращалось, вот в международно-правовом плане, на площадках международных организаций, было на начальном этапе созвучно проблематике этики искусственного интеллекта. Сейчас эта тема, я вам говорю, с каждым днем укрупняется и на бешеных скоростях развивается. Она интегрируется сама в себя. Вот знаете, как геометрическая прогрессия, а это какой-то, знаете, мультипликация геометрической прогрессии, я не математик, но что-то такое, наверное, тоже есть, когда это, знаете, как геометрическая прогрессия в геометрической прогрессии, вот что-то такое. То есть каждый день появляются сотни инициатив в каждой конкретной стране, а иногда даже в конкретном регионе, если речь идет о штатах или там субъектах, так сказать, какого-то государства, если у него федеративная организация, по теме искусственного интеллекта. Помимо всего прочего, есть бизнес, которому все равно, его регулируют искусственный интеллект или не регулируют, заходят, классно, покупают больше, заинтересованность вызывает, значит, они будут это развивать. Помимо всего прочего, есть злоумышленники, для которых это вообще возможность открывать практически любые двери. Уже понятно, что искусственный интеллект давно стал частью нашей жизни. Я все время привожу очень простой пример. Это продажа авиационных билетов, которая с элементами искусственного интеллекта осуществляется десятилетия. Да? Когда не просто компьютер высчитывает вам стоимость, маршрут прокладывает, а когда происходит все вместе, и плюс не только вам,
а параллельно миллионам, и не только в вашей компании, а ваша компания еще интегрирована с другими компаниями, и не только в одной стране, а по всему миру, и ценообразование происходит, исходя из моментально стекающихся данных, ну вы же видите, заходите на сайт, одна цена на билет, тот же самый запрос, через 5 минут выдают другую цену на билет. То есть это вот и есть элементы искусственного интеллекта, которые уже прошиты в нашу обыденную жизнь. Потому что покупка билета, поезд, самолет, даже теперь уже так или иначе электричка, это же, в общем, часть нашей повседневной рутины. И искусственный интеллект давно с нами. Просто сейчас масштабы его засилия впечатляют. И самое главное, что если раньше так или иначе он подчинялся интеллекту человека, творческому началу человека, и никогда так или иначе не претендовал на замещение человека в принципе и интеллекта человека, то есть если он еще на физическое присутствие человека мог претендовать, да, там принеси мне то или привези мне это, и оно там как-то у тебя появлялось, как в маленьком цветочке, да, то уж точно искусственный интеллект не претендовал на то, что будет вымещать человека вообще полностью, что, помните, опять же, как в мультике Алёшка в 39 или Вова, опять, да, Вовочка, хорошо, в 39-м там царстве, а вы за меня и есть будете, да, ага, то есть другой совершенно, другой качественный запрос у искусственного интеллекта теперь уже на управление и человеком, и интеллектом человека, что очень опасно. Поэтому это будет с нами. Сейчас только предстоит выработать законодательство на этот счет. Не только нам, но вообще всем, и этим сейчас все занимаются. Мы уже, я сразу предвосхищаю вопрос, используем ли мы в своей работе. И да, и нет. Если вы спросите про нечто в виде чата GPT, вот, по выдаче готовых материалов аналитических с использованием искусственного интеллекта, то в информационной работе мы не употребляем и не применяем эти вещи. Но чат-боты мы используем. Используем на консульском направлении, используем в виде, так сказать, инструментария. И, конечно, используем вот в таких критических ситуациях, как 2020 год, когда именно через чат-боты на портале госуслуг шла модерация людей, рассадка их по самолетам на возвращение в Россию, застрявших из-за пандемии граждан Российской Федерации. Элементы искусственного интеллекта, естественно, используются при поисковиках, веб-портал и так далее, и так далее. Но еще раз, это только вот самое начало. Это очень кратко, очень тезисно. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо вам. Мария Владимировна, спасибо вам большое за эту лекцию, которую вы прочитали сегодня нашим студентам, преподавателям и деканам. Даже некоторые деканы у нас ответили на вопросы впервые. Господи, первыми. Я думала, вы уходите, да. А вы к микрофонам, да? Да, все. Да, да, они хотят, они давайте, хотят выступить. Давайте быстро, чтобы быстро вопрос. И у меня большая просьба, вот это здравствуйте, уважаемая Мария Владимировна, спасибо, mm-hmm. что вы пришли. Мы один раз сказали уже друг другу, и сразу вопрос, да, больше не повторяйте. Хорошо, сразу кратко вопрос. Давайте, пожалуйста. Да, здравствуйте. В настоящее время мы видим, что Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки стараются ограничить вещание российских телеканалов, также наших платформ, всеми силами не дают нам высказать нашу позицию, из-за чего нам приходится вводить ответные меры. В связи с этим хотелось бы спросить у вас, как вы считаете, будет ли интернет разделен на отдельные сектора, как, например, западный сектор СМИ или же российский, или все-таки он будет единым? Значит, что касается того, что нас выдавливают из цифрового информационного пространства, для этого нужно в первую очередь развивать свое пространство и свои платформы, и делать их работающими как внутри страны, это в первую очередь, так и за рубежом. Для этого нужны технологии, для этого нужен креатив, творчество и правильное распределение средств. Это частично делается. Вот на примере Рутюба уже это происходит. Это нужно не только для того, чтобы мы убеждали там кого-то.
Это в первую очередь нужно для того, чтобы мы сами себя не потеряли, то, о чем я сказала. По поводу сегментации, это наш был анализ примерно 5-6-летней давности. Мы везде и всюду говорили о том, что мир идет на сегментацию информационного пространства. Почему? Потому что ведь конец 80-х, 90-е годы, начало 2000-х, это была глобализация, и в первую очередь информационная. Помните, так сказать, концепция глобальная информационная деревня, потом информационный ньюсрум, так называемый. Вот такое единое мировое пространство в одном месте аукнулось и тут же в другом конце мира откликнулось. То есть все облетает планету за буквально пару минут, все знают обо всем. Вот, пожалуйста, трагедия, которая случилась с президентом Ирана, сопровождающими его лицами. Вы не поверите, но с некоторым своим иранским коллегам о том, что случилось, рассказала я. Может это такое? Могло это быть, когда мы бы жили в мире вот без глобализированных возможностей? Нет. А тут получается, что я из Москвы пишу им, находящимся где-то в разных... А они иранцы по гражданской принадлежности, по национальности, они следят за своим информационным полем. Но так получается, что за счет каких-то технологий в других частях света эта информация появляется быстрее, нежели чем в других точках. И это не от того, что кто-то ее пытался как-то, знаете, скрыть, никто не... ее невозможно было скрыть. Это просто вопрос скорости распространения информации. Вот она к нам дошла быстрее, чем до других точек планеты. Соответственно, сначала это была глобализация на протяжении лет 20, масштабнейшая, такая всеохватывающая. Потом она еще была дополнена технологическими возможностями, к интернету пришли и онлайн-переводчики, которые еще больше ускорили и масштабировали этот процесс. А потом пошла другая история. Маркировка, сегментирование, определение национальных границ и борьба с экстерриториальным применением права. Вот эти тенденции начали как-то друг с другом, ну, либо конкурировать, либо соперничать, да. И мы эту тенденцию предсказали, как я уже сказала, 5-6-7 лет тому назад. Вот сейчас она пока только набирает ход. В этом есть и плюсы, и минусы. Минус в том, что, ну, раз уж заявили о том, что все равны, и это мир равных возможностей, чего же было отказываться? И помимо всего прочего, это происходит варварски, когда вырубаются аккаунты, когда закрывается возможность одним говорить на, так сказать, на весь мир, а для других такая возможность не закрывается. Вы знаете, что, например, в целом ряде стран Европейского Союза является уголовно наказуемым, ну, административно наказуемым точно, даже обращение к российским информационным ресурсам, если они связаны с государством. Это, конечно, сегментация такая варварская. С другой стороны, есть, наверное, плюсы, потому что сегментация может носить не знак минус, а знак плюс. Если мы говорим о выстраивании внутренних информационных сообществ, например, глобального большинства. А вот в этом ничего плохого нет. Когда они обслуживаются не только из одного центра западного, да, а когда они могут объединяться на равных и получать информацию, знаете, вот не линейно, да, когда тебя только вот окормляют из одного центра, а когда это равное распределение информации, равный обмен информацией. Это еще одна тенденция, которая тоже будет набирать оборот. Поэтому да, сегментация продолжится. Но внутри этой сегментации, возможно, я надеюсь, что это тоже будет происходить, но не такими темпами, как другие процессы, будет разрастаться еще и такие кустовые объединения. Возможно, например, в виде информационного поля БРИКС. Оно есть уже, оно не настолько мощно развитое, но оно будет развиваться. Это вот один из примеров. То есть эти тенденции, они будут, хотя и вроде в противоположном направлении, но они будут взаимодополняться. То есть это не одна тенденция, это не только сегментация, но знаете, как шарики ртути, да, они то, с,
что градусник разбился, и ртуть разлетелась. А потом они начинают соединяться, вот эти капельки, а потом опять разъединяться. То есть вот такие будут процессы, мне кажется. Вот я бы так это описала. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Так. Девушка, пожалуйста. Только представьте себе, если назовите курс факультета. Здравствуйте, Мария Владимировна. Меня зовут Анастасия. Я учусь на факультете международных отношений. А еще, помимо этого, я работаю на телеграм-канал «Папочка канцлера», который снова выражает вам все наше почтение. Да. И мой вопрос снова по актуальной теме, скажем так. Как бы вы могли прокомментировать слова министра иностранных дел Алены Бербак о том, что производство оружия для Украины, поставка техники, в целом работа немецкого ВПК никак не противоречит климатическим задачам и борьбе с выбросами углекислого газа? Ну, как очередную глупость. Абсолютную глупость, потому что это же не просто производство вооружения для Украины, это еще и их применение. Мы видим, какая сейчас широкая линейка вооружений применяется Западом на территории Украины. Это и тяжелые вооружения, это снаряды с обедненным ураном, которые поставляют британцы. Неужели она не понимает, что все это действительно имеет реплику или влияние на экологию? Ну, я сейчас не говорю даже о самом производстве, что само по себе дико, ведь Анна-Лена Бербок представляет партию зеленых. Именно партия зеленых в свое время заблокировала для Германии возможность строительства атомных электростанций. Поэтому Германия настолько завязана на получение природных ресурсов, таких как газ, потому что в отличие от Франции у нее нету атомной электроэнергии, она ее не получает. И в то время, когда Франция развивается с учетом гарантированного для себя получения этой энергии из-за позиции зеленых в Германии, за которыми стоят, конечно, Штаты, Германия такой возможности лишена. Вот тогда они бились головой, простите, об стену и говорили, что не нужно Германии иметь атомные электростанции. Теперь они рассказывают о том, что да и уголь-то нормально производить, он тоже, оказывается, не влияет на, так сказать, окружающую среду. А до этого они говорили, что влияют. А сейчас вот новая история столкновения их противоположных позиций. Конечно, это будет иметь и само производство, и, конечно, будет само применение этих вооружений, влиять на окружающую среду. Но самое ужасное, если производство, а потом и применение этих вооружений все-таки достигнет вот этой маниакальной цели тех, кто бомбит Запорожскую атомную электростанцию, и ее, не дай бог, повредит. Вот тогда мало не покажется. Но это, как говорится, видимо, Анна-Лена Бербок узнает только в следующей жизни, когда, наверное, получит полноценное хорошее образование, поступив в МГИМО. Именно так. Но не окончив его, к тому же. Я думаю, кстати, так, да. Кстати, шансы окончить у нее действительно, с учетом маленькие, нынешних знаний, маленькие. Да. Большое да. вам спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Пожалуйста, девушка. Нет, кстати говоря, вот с одной стороны шучу, с другой стороны нет. Вы почитайте ее образование, все поймете. Там же профильного-то нет. Там нет ни опыта государственного управления, ни опыта настоящей партийной работы, созидательной по решению каких-то вопросов. Там есть отрывочные, опять же, с применением англосаксонских методик, образовательные процессы. Вот мы видим заявление относительно кардинального разворота политики России на 360 градусов. Ну, это же вот оно. Так, пожалуйста. Добрый день, Мария Владимировна. Меня зовут Симонова Арина, факультет международных отношений. И у меня такой вопрос. Взаимосвязано ли, по вашему мнению, участившееся происшествие с лидерами государств России, Вучич и Фицо, возможно ли их рассматривать как стратегию Запада по изменению внешнеполитической позиции оппонентам, и как международное сообщество могло бы противостоять подобной практике? Спасибо. Знаете, вот я этот вопрос слышу от журналистов и читаю такие материалы в прессе или там в блогосфере, и почему-то соединяют Фицо, Иран, да, происшествие, что еще? Вучич. Вучич, да, и как бы вот, говорит, ну вот, смотрите, три подряд. Я прошу прощения, а почему в такой последовательности? А почему не объединить, например, Фицо и взрывы на северных потоках 1 и 2? А почему нет-то? Причем и там есть определенная, публичная даже мотивация тех, кто так или иначе с этим связан. Мне кажется, просто эти объединения вот в такой увязке делать нужно правильно, грамотно, исходя из фактов. И тогда вы увидите эту взаимосвязь.
Когда делается только из хронологии, вот посмотрите, за несколько дней, да, такое произошло, здесь нужно в большей степени опираться на результаты расследований. Но есть же очевидная цепочка. С одной стороны, взрывы на северных потоках, которые были осуществлены когда? В 22-м году, летом. А с другой стороны, за полгода до этого были заявления Соединенных Штатов о том, что они уничтожат инфраструктуру по, так сказать, транспортировке непосредственно Северные потоки 1 и 2. Прозвучало все это из уст американского президента и руководящего сотрудника на антироссийском направлении Госдепартамента США. А до этого президент, опять же, США, но только другой, говорил о том, что они сделают все, чтобы не дать возможности российским ресурсам поступать на рынки Европейского Союза. Вот она, цепочка, по-моему, очевидная русофобии, соответственно, тех, кого либо, там, не знаю, как на Фица нападали, либо тех, кого убирали из политического пространства, те, кто говорили о возможности работы с Россией или там, взаимодействия с нашей страной на нормальной общей принятой международно-правовой основе. Вы посмотрите, как исчезали политики в той же самой Австрии, и те, которые были у власти, и те, которые были в оппозиции, которые просто не нужны были. Поэтому логические цепочки надо выстраивать не тогда, когда вас разворачивают каким-то общим трендом, да, когда вдруг мейнстрим начинает идти, а когда вы сами анализируете события за событием и видите эти тенденции. И при этом вот неделю назад Риши Сунак сказал премьер-министр Британии о том, что Россия прекратила поставки своего газа и отсекла мир от возможности получения ресурсов. Нормально? Когда мы это сделали? Хоть один проект мы закрыли? У нас, если сейчас там, с той стороны, с западной стороны, повернут все-таки вот этот кран, они начнут получать наш газ, и все об этом знают, и мы об этом неоднократно говорили, а он, будучи осведомленным, говорит ровно противоположно. Вот вам еще одна тенденция. Поэтому надо смотреть как бы на эти вещи не с точки зрения даже хронологии, сколько предпосылок и в том числе теперь уже и нескрываемых тезисов, которыми все эти вещи обкладываются. И плюс еще, вот что касается покушения на Фица, важнейшим доказательством того, о чем я говорю, является реакция международного западного сообщества, которое начало чуть ли не оправдывать человека, который пытался его убить. Или пыталось, это вообще невозможно, но они же пытались это сделать, сказать, что сам Фица виноват, своей позицией якобы расколов общество. Извините меня, а как расколото общество в Соединенных Штатах Америки? Кто там в этом виноват? Понимаете? То есть вот нужно видеть вот эти тенденции. То есть идти не просто по верхам и не только скользить, знаете, как вот по той лыжне, которая уже до вас там протоптана кем-то, а каждое событие анализировать, смотреть на это глубоко, читать первоисточники, и тогда вы увидите все это на основе фактов. Наверное, еще два вопроса. Я постараюсь сейчас очень быстро. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Бурмистрова Алиса, факультет международных отношений, направление «Большие данные». Вы закончили свою лекцию на теме искусственного интеллекта. Хотелось бы услышать ваше видение относительно перспектив этой технологии, применимо к сфере международных отношений. В частности, считаете ли вы необходимым для России развивать ее ускоренными темпами и опередить в этой области западные разработки? Я считаю, что здесь вопрос главное не соревновательности, а первое – нашего внутреннего развития как технологического, так и законодательного оформления. Они должны не отставать друг от друга. А второе, в международно-правовом плане, пусть я буду романтиком или идеалистом, я все-таки надеюсь на то, что учитывая масштаб стоящих задач, проблем и, как это называется, рисков, международное сообщество все-таки додумается объединить потенциалы, выработать какие-то совместные подходы, а не опять придумать очередную разделительную линию, которая поделит и искусственный интеллект, и подходы к искусственному интеллекту. Я объясню, в чем дело. Вот ядерное оружие. У стран, с одной стороны, которые начали им обладать, были диаметрально противоположные, например, даже идеологические подходы к мироустройству. Капиталистический лагерь, социалистический, разные взгляды на экономику.
диаметрально противоположные взгляды. С другой стороны, они понимали, что риски настолько высоки, что надо объединиться для выработки международно-правовых общих подходов и для себя, и для тех, кто не обладает ядерным оружием, и для тех, кто может потенциально им обладать. И несмотря на то, что системы после Второй мировой войны, опять же, как бы, знаете, откатились друг от друга и начали противодействовать, хотя вроде недавно проявили себя как союзники в ходе Второй мировой, они нашли в себе силы, мудрость и взгляд в будущее, позволили себе взглянуть в будущее, увидев, что может быть, чтобы выработать эту базу. И они оказались правы, по крайней мере, до сих пор все-таки, да, мы за скобками оставляем американскую бомбардировку, страшное преступление против людей Хиросимы и Нагасаки, но после этого, так или иначе, мир держал себя в рамках, хотя и подходил где-то краю по краю ходил, а возможно уже чуть-чуть даже и перегибался за край. Но разница в том, что индивидуально разработать ядерную технологию или как технологию, или уже в практическом плане собрать грязную ядерную бомбу многие годы и даже десятилетия было задачей непосильной, не то что для индивидуумов, но и для государств в целом. Как вы знаете, существуют ядерные страны, де юра о себе таким образом не заявившие, но де-факто обладающие ядерным оружием. Но потом-то начали появляться так или иначе признаки того, что это ядерное грязное оружие может быть доступно на каком-то технологическом уровне и у террористических объединений, экстремистов, каких-то, так сказать, маниакально настроенных групп лиц и так далее, так далее. Но это спустя десятилетия. И все равно, предвидя в том числе, возможно, и это, страны объединились. Искусственный интеллект – это те вещи, которые не требуют таких колоссальных затрат по экспериментам, по, самое главное, материалам, по соединению технологий и практики, по доставке, средствам доставки, кстати говоря. Искусственный интеллект, возможно, доступен двум, а иногда и одному супер-мега-крутому программисту и паре его, так сказать, ну не знаю, сподвижников или просто друзей. Это доступно людям, о которых мы даже можем и не догадываться, что они уже давно творят в этом направлении, понимаете? И вот это опасность, это и возможности, но в том числе и опасность, которая существует уже сейчас, не на момент там, конца 40-х годов, которая была уделом избранных, а это те риски, которые уже сейчас существуют в нашем мире. И стоило бы объединить потенциал всего мирового сообщества, весь опыт, все то, чтобы все-таки выработать единые подходы. Потом, может быть, опять разбежаться и начать соревноваться технологически, философски в том числе, потому что искусственный интеллект – это в том числе и философия. Но пока хотя бы вот не перегрызться и не ударить по самим же себе, разведя эту дискуссию в разные стороны. Я очень надеюсь, хотел бы на это надеяться. Ну, хотя, конечно, я реалист. Спасибо большое. Да, спасибо. Пожалуйста. Добрый день, студент первого курса международных отношений Юрий Тасунян. Сегодня в ходе встречи вы говорили о тех рисках и о тех вызовах, с которыми пришлось столкнуться вашему департаменту за последние 2 года. Это фейки, это враждебное отношение к российскому контенту на западных платформах. Скажите, пожалуйста, какие еще существенные изменения претерпела цифровая дипломатия нашей страны в условиях информационного противостояния, которое обострилось в течение последних 2 лет? Вы знаете, ну, у вас, мне кажется, я бы ничего не делила ни на какие этапы. Мы просто, у нас каждый день этап, у нас каждый день что-нибудь новое. То кадровый голод, потому что я сказала, нет специалистов, которые приходили бы к нам, приходится обучать. То высылка дипломатов, оголяется участок. Ну хорошо, да, онлайн возможности дают неплохой инструментарий для ведения аккаунтов, так сказать, дистанционно, то пандемия, которая отбросила вообще все, я даже не знаю куда, не уверена, что назад, а куда-то вообще в бок,
да, и поставила при этом новые задачи. Вот я вам говорила о том, что наша цифровая дипломатия, может быть, не столько об этом говорила, я приносила на факультеты и еще готова принести книгу «Своих не бросаем». Она, кстати говоря, тоже с элементами цифровой дипломатии, там и QR-кода, и глазар. Это наше приложение, которое открывает вам визуальные картинки и сюжеты. И наша цифровая дипломатия вдруг в один момент стала возможностью коммуникации со сотнями тысяч граждан, которые остались за рубежом. И никакие другие возможности, ни телефоны, ни горячие линии, ни электронные адреса, имейлы, ничего не сработало. А сработали социальные сети, которые мы вели, аккаунты, навыки коммуникации в виде комментариев, получения, обработки информации. И так получилось, что наш департамент, в том числе и в первую очередь за счет цифровых наших возможностей, стал координировать работу по вывозу граждан. Потому что, еще раз говорю, все традиционные способы, горячие линии, что там у нас еще, колл-центры, пресс-релизы, не работали. Задача была уникальная, потому что это не одна страна, из которых обычно осуществляется эвакуация, даже не пять стран, а это весь мир, который в одну секунду, буквально, ну, неделя-две, это, считайте, одна секунда, превратился в капкан для сотен тысяч, для миллионов людей всех стран, всех народностей, всех национальностей, и нужно было начать каким-то образом вычленять своих, вывозить своих, возвращать, помогать, обеспечивать и так далее. И с этой задачей не справился бы никто, у кого нет навыка вот той самой цифровой дипломатии. Вот вдруг мы стали на передовой такого вызова, даже не риск был, это такой огромный вызов. Справились, вывезено было 313 тысяч человек. Конечно, это была огромная работа всех ведомств, под эгидой правительства. Все работали, и депутаты, и общественники, и совет, уполномоченный по правам человека и ребенка, и все регионы, и наши, конечно, в первую очередь, наши посольства. Ну, так получилось, что мы как бы это все координировали. Я обязательно передам вам книгу, вот, посмотреть, там все это описано. Поэтому каждый день что-нибудь новое, и что будет дальше, я не знаю. А вот 22-й год раз, и железо, софт, лицензии, новые вызовы. Поэтому что будет дальше, сложно время сказать. Время вызовов. Спасибо. Да. Мария Владимировна, как у вас с вопросами? Да, быстро, давайте. Сейчас. Быстро, да. Здравствуйте, Мария Владимировна. Я Анастасия Панасюк, студентка первого курса факультета международной журналистики. И на сегодняшней лекции рассматривалась тема Рутюба, и она меня очень заинтересовала. Поэтому мой вопрос будет таким. Какие перспективы развития ожидает Рутюб в ближайшем будущем? Но если все пойдет нынешними темпами, то очень хорошее, с возможностью, не знаю, и коллаборации, я так понимаю, монетизации, и размещения рекламы, и архивирования. Ну, темпы, мне кажется, заданы очень правильные. Направления все учтены. Удобно, неудобно, но это же вопрос, вы прекрасно понимаете. Вон, у меня на днях поменялась, как называется, цветовая палитра WhatsApp. Очень неудобно. Мне не нравится. А для них, наверное, большое свершение. Они сказали, что это работа по продвижению вперед. Поэтому это все будет нарабатываться. Главное, чтобы те задачи, которые они сами себе поставили, они вот реализовывались. Если они будут реализовываться в том виде, в котором заявлены, он будет развиваться 100%. Спасибо. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Мария Владимировна. Меня зовут Сорокина Ксения, я студентка первого курса факультета управления политики. Хотела задать вам вопрос. На ваш взгляд, можно ли доверить выработку внешнеполитических решений нейросети? И какова будет ее роль в дальнейшей аналитической работе МИДа? У меня нет ответа на этот вопрос. Когда приходил интернет, была одна часть, которая видела в этом возможности, вторая, которая видела в этом угрозы. Даже не риски, а угрозы. И те, и другие оказались правы. Поисковики – то же самое. Да? Это возможности колоссальные, но при этом, что вы там наловите и насколько это будет все правдиво – тоже большой вопрос. Все зависит от того, все-таки, на мой взгляд, ключевого условия. Пока человек будет управлять искусственным интеллектом и нейросетями, мы будем все жить и будем развиваться, и есть шанс на будущее. Как только
искусственный интеллект будет управлять и искусственным интеллектом, и человеком, вот тут, на мой взгляд, конец истории. Возможно, там что-то будет еще за тем горизонтом, но что-то, что мы даже себе не предполагаем. Мне кажется, там уже что-то будет апокалиптичное. Поэтому мне кажется, надо сохранять доминирующую роль человека-творца, человека, в котором находится сочетание и рацио, и эмоций, и интеллекта, и души, и, конечно, это креативное, созидательное, направленное на не разрушение, а на творчество, вот это начало, этот потенциал, который нас, в принципе, и обожествляет, нас вот делает богоподобными, и именно эта возможность созидать и творить, человек-творец, вот это важно сохранять. И тогда возможно, наверное, использование различных технологий. Само по себе оно там, конечно, делов натворит. Хорошо, спасибо. Вы, кстати говоря, пожалуйста, еще один пример. Беляева читали «Вечный хлеб»? Прочитайте короткий небольшой рассказ про то, как изобретен был прекрасный продукт, который саморазмножался и давал, ну как манна небесная, вот только в человеческом исполнении. Вот некая похожая на какую-то икру, только не красную, а какую-то там прозрачную субстанция, которая была питательна, в принципе, вкусная, и все ее ели, и все было хорошо. И больше ничего не нужно было, и она еще сама себя производила. Но просто в какой-то момент что-то пошло не так, и она начала себя производить столько, что заполонила все, и никто не знал, как это все остановить. Поэтому вот здесь вот примерно то же самое. Хорошо, спасибо вам большое. Так, ну давайте прямо сейчас совсем блиц, давайте. Мария Владимировна, здравствуйте. Я студентка факультета международной журналистики со второго курса Масенкова Лилии. У меня такой вопрос, ну, у меня два вопроса даже. Первый – это должна ли дипломатия в цифровой среде отражать только какие-то реальные процессы в дипломатии, то есть какие-то встречи, высказывания политиков, что-то такое, или это должна быть еще какая-то дополнительная работа только в онлайн для той аудитории, которая, может быть, хочет именно что-то Конечно, онлайн и то, получить? И другое. 100% сочетания. И второй вопрос. Будут ли какие-то курсы или программы, которые планируются открывать именно под руководством МИДа в МГИМО для цели получения вот таких кадров? Ну, я вам секрет открою. Вообще все, что происходит в МГИМО, это под руководством МИДа. Но это именно касательно таких кадров, которые вот будут заниматься цифровой дипломатией не в качестве любителей, а в качестве Мы готовы принимать и на стажировки, готовы выступать в качестве лекторов или приглашенных, ну, как хотите, называйте, спикеров Лилия, или как преподавателей. Как раз сейчас пожалуйста. Это и происходит, Мария да, Владимировна. Нет, имеется в виду на каком-то, на какой-то основе, на каком-то регулярном, да, в каком-то регулярном качестве. Я хочу сказать, для меня это был большой вопрос, почему такие курсы мы разработали, например, для МГУ, и до 17 или 18 года преподавали там, и это было очень востребовано. А, так сказать, наши подведы как бы обходились без нас. Но, видимо, не созрело тогда еще до этого обстоятельства, а теперь созрели, дозрели. Я думаю, что если будет в этом... Ну, мы уже над этим работаем, чего уж тут говорить. Спасибо большое. Да, приходите к нам, у нас есть вот все виды стажировок, пожалуйста. Давайте. Быстро. Здравствуйте, уважаемая Мария Владимировна. Меня зовут Макаров Леонид, первый курс факультета международных отношений. Мария Владимировна, позвольте такой вопрос. Мы знаем, что недавно парламент Грузии во втором чтении принял законопроект о прозрачности внешнего влияния, ну, как известно, закон об иноагентах, что вызвало негативную оценку со стороны Запада. Мария Владимировна, на ваш взгляд, такие прагматичные действия Грузии, направленные, наверное, в первую очередь на свои собственные интересы, а не на интересы Запада, смогут ли в будущем такие действия прагматичные нормализовать отношения Грузии и России? Спасибо. Ну, вы же сами сказали, или это вопрос был, они это делают для себя или для кого-то? Они, наверное, это делают для себя. Почему они это делают? Да потому что более 60 стран ввели такое законодательство. Хорошее оно, плохое, каждый решает сам. В нашем случае оказалось, что, по-моему, в общем, вполне себе отражает реальность. Но мы же это увидели, это же буквально в течение 2-3 лет... Мы услышали проверочное слово. Знаете, как ударение ставить, какую букву писать, проверочное слово такое, да, например. Вот это проверочное слово после 22 года прозвучало, и многое, в общем-то, подтвердилось и встало на свои места. Поэтому эти законодательства, наверное, не нужно было бы в условиях, если бы страны
не направляли денежные средства для вмешательства или влияния на процессы внутренние в других государствах. Если бы все взяли на себя обязательства, а такие, кстати говоря, обязательства все на себя и взяли, потому что подписали устав Организации Объединенных Наций, что там прописано. Но мы же знаем, как далеко многие государства ушли от устава и от международного права под эгидой ООН. Поэтому это обязательство многие не выполняют. Соответственно, и те, кто не выполняют, зная себе такое, видимо, и подразумевая в других такие недостатки, и те, кто становились жертвами таких государств, все начали как-то защищаться, реагировать. И 60 стран уже разработали такое законодательство, поэтому Грузия стала вот там в 70-м, в 7-м десятке таких государств. Но самое интересное, я не знаю, вы читали или нет, пожалуйста, по-моему, вчера днем я в телеграм-канале написала пост у себя. Зайдите, почитайте, не буду его пересказывать. Называется «Трудности перевода денег». Это очень смешной пост про Грузию и Джорджию. И про то, как в Грузии, стране и в Джорджии, штате одновременно шла разработка одних и тех же законов об иноагентстве. И как в тот момент, когда Сенат штата Джорджия прислал губернатору штата Джорджии этот закон на подпись, одновременно Госдеп опубликовал заявление к стране Джорджия, Грузия, с тем, что разработанный Кремлем закон об иноагентах Грузии не нужен. И в штате Джорджия, видимо, восприняли это на свой счет, подумали, что точно им разработанный Кремлем закон об иноагентах сейчас не нужен, и он наложил вето, губернатор штата Джорджия. Вы почитайте, это нельзя даже... Знаете, вот у Райкина была реприза «А вас?» Да, с Карцевым, по-моему, да, Райкин и Карцев. Вот почитайте пост, посмотрите репризу. Значит, и ответ относительно того, будет ли развиваться двустороннее взаимодействие, ну, ведь мы же помним, из-за чего оно было прервано. Как раз из-за вмешательства Запада во внутренние дела Грузии, которое стало во многом для той ситуации критическим, не только, наверное, не в первую очередь для наших двусторонних отношений, для самой Грузии, которая потом сумела преодолеть эти тенденции и начала выстраивать свою собственную внутреннюю и внешнюю политику. К сожалению, ну, оплачивая тот ущерб, который Грузии был нанесен Соединенными Штатами Америки путем вмешательства в ее внутренние дела. Спасибо. Вот. Так, ну сейчас уже прям совсем, давайте быстро. Пименова София, второй курс факультета международной журналистики. В ходе лекции вы упомянули, что учиться и преподавать на новых программах, которые посвящены развитию цифровой дипломатии, будет сложно. И пообещали впоследствии немного подробнее об этом рассказать, если будет интересно. Я объясню, почему сложно вам будет учиться и потом, может быть, работать. Потому что, когда вы будете технологически знать больше, чем люди, которые этого просто не будут понимать, отсюда будет произрастать конфликт, вот те самые сложности перевода, но в данном случае с русского на русский. Потому что то, что для вас, знаете, случай у меня был, моя мама рассказывала, ее подруга отвела, ее знакомая отвела ребенка в первый класс. Это еще была там советские времена. Отвела в обычную школу ребенка. Ребенок достаточно был продвинутый, развитый. Никакой не вундеркинд, самый обычный, но имевший уже какие-то навыки читать, писать, частично мог считать что-то. И вот начинаются уроки, 1 сентября, что-то там такое, шарики, цветочки. И учительница из лучших побуждений говорит: скажите, ребята, вот ты, мальчик, сколько будет 1 + 1? Может быть, ты знаешь? Он молчит. Она говорит: что ж ты? Давай подумаем. Вот одно яблочко, а вот другое. Это я вам рассказываю про математику, сказал преподавательница. Давай подумай, сколько яблочек? Он молчит. Ладно, садись. Пишет там, звонит домой и говорит: вы знаете, там такой... что-то у вас это с ребенком проблемное, что-то не коммуницирует. Тогда не было каких-то таких терминов. Как-то она попыталась объяснить, что проблема, это, в общем, банальный вопрос.
Ну, мама бежит к ребенку, говорит, слушай, ты чего? Что было-то? Ну, он на нее смотрит, говорит, а что она глупости спрашивает? Говорит, ну кто ж не знает, что один плюс один, все же знают два. Ну что, дурака-то выставила меня перед всем классом. Понимаете? То есть будет момент того, что вы будете пытаться объяснить элементарные вещи, которые элементарные для вас. Да, ну, например, там, не знаю, самообучающиеся алгоритмы, которые, и вам будет так, спокойно, что это означает по-русски? Я говорю, ну, как вам объяснить? То есть это и есть вот этот поколенческий разрыв, он не связан во многом с возрастом, с периодами, а просто с разными сферами. Вы вроде бы будете объединены общей сферой, это будет внешняя политика, но понять эти вещи будет очень сложно. У нас, я могу сейчас как минимум два примера вот сходу привести. Понятие информации. Вот вы приходите и говорите «информация», и у вас могут откликнуться департаменты, ну, я не знаю, штук 15, и все, а может и все. Потому что для каждого это что-то свое. Для одного это продвигаемое публичное пространство, информация, пресс-релизы, статьи, все, что связано с журналистикой, ну, вот это вот все, вот как бы соцсети, вот это вот все. Для кого-то информация – это IT, это информационные технологии, это железо, это софт, это там алгоритмы. Для кого-то информация – это работа дипломата в ходе переговоров, получения данных. Для кого-то информация – это что-то разведывательное, это что-то такое секретное. Для кого-то информация – это шифропереписка. Это все информация. То есть мы приходим сейчас к миру, где нет даже многих понятий еще, а вещи уже есть. Еще один пример, но он достаточно старый. Вот опять же, у нас есть департаменты, которые занимаются вооружениями и ядерными технологиями в контексте вооружений или нераспространения и так далее. И когда они начинают рассказывать про, я прошу прощения, какие-то там радионуклеиды, да, которые и дальше вообще непонятно, то человек, который слушает, не очень понимает. Да? А там идет битва на международных площадках, и тот дипломат. Понимаете? И, допустим, руководитель, которому младший дипломатический сотрудник рассказывает на пальцах, ну как же вы не понимаете, дело в том, что вот здесь вот, значит, здесь стержни вот такие, а там вот, значит, ядерная начинка вот такая. Вот еще один вам пример. То есть вам будет достаточно сложно, если вы это все впитаете в себя как отче наш, как абсолютно естественную среду, приходить к тем, для которых это будет неестественно, и многие вам будут говорить, нет, подожди, ты со своим баловством вот этим, чего там мемы, ну это у меня внуки этим занимаются, вам будут говорить, понимаете, то есть к этому тоже надо быть готовым. Что с этим делать? Проявлять терпимость, проявлять уважение и понимание того, что вы тоже через лет 20 станете теми самыми, к которым будут приходить молодые поколения и рассказывать про то, что смотрите, вот тут вот кнопку нажмешь, и вот радуга, видите, по всему небу, да? И вы будете видеть ужас в глазах слушающего, а это будете уже вы. То есть я просто к тому, что будет вот эта вот разница в понятийном аппарате, в легкости обращения с терминами, с применимости этих вещей. Вот я о чем говорю. Но вы говорили, что вы будете тогда счастливы, когда придут такие наши студенты. Да, я буду абсолютно счастлива, конечно. Но это будет достаточно сложно для вас, если вы попадетесь на людей, которые... Ну, послушайте, ну вот у нас сейчас очень многие так работают, когда... Вот, например, когда 10 лет назад мы вводили первые аккаунты, и по посольствам сказали, ну, это сделали, по-моему, выборку там из там, 20 посольств, и сказали, ребят, давайте... На ваших, у вас большие наши посольства, вот эти 20, вы большие посольства, у вас есть пресс-группы, вы обязательно найдете какого-то там прошаренного человека, попытайтесь начать вести по нашему образцу, вот вам инструкция, аккаунты. Нам пишут, первое, одна была бумага, с удивлением, значит, ознакомились с инструкцией или там с указанием центра, это мы, о необходимости ведения аккаунта в системе там, Twitter. Обращаем внимание, что Twitter служит в первую очередь для распространения гламурной информации. Я до сих пор помню это. Намного лучше пользоваться скайпом. Я звоню, там, нашла, кто это писал, исполнителю.
Я говорю, ты зачем руководителя подставляешь? Он говорит, ну а что? Понимаете, вот он пришел, начал объяснять, тот начал что-то ерепениться. Исполнитель говорит, да, что, как хотите, так и пишите. И второй пример тоже был какой-то из... А, приходит тоже человек, который готов был все это делать, все, приходит к послу, все рассказывает, посол говорит, прекрасная идея. Давайте первый месяц поработаем в офлайне. И они вели как бы работу в социальных сетях в офлайне. Полгода, наверное. Позвольте вопрос, а да? Как? Долго ли умеючи? Это первый класс. Очень просто, вы просто пишете твиты и публикуете их в Варде. Что ж тут непонятного? Все. Или, например, вы просто не включаете интернет, а заполняете форму без... Ну, то есть, ну, просто понимаете, как бы отработка... Нет, я вам больше хочу сказать, когда мы... Я вам, наверное, мы, Сереж, об этом никогда не рассказывали, но я расскажу, а может быть, где-то рассказывали. Когда мы только в начале, первый раз попытались выстроить нашу работу, у нас действительно были ватманы, мы действительно рассматривали это все, вот мы смотрели, как мы будем группировать, то есть мы это все рисовали. Кстати говоря, первые там базы данных, которые мы придумывали, мы, ну, я думаю, что так поступают очень многие, или поступали, не специалисты, это все вот на каких-то, да, таких там картинках, картонках и так далее. Такое может быть в начале, но вот я вам говорю, что приходится преодолевать непонимание людей, которые в это еще не... так сказать, не вовлечены вот, с точки зрения своих знаний. Но ничего, дорогу осилит идущий. Так, все, у нас спасибо. 5 вопросов, и мы очень быстро. 4. Так. Мария Владимировна, здравствуйте. Луценко Дмитрий, первый курс международно-правового факультета, активист общественного движения «Дипломаты будущего» Ассоциации российских дипломатов МИД России. Ранее уже была возможность задать вам вопрос в ходе встречи в пресс-центре, в ходе встречи с вами для делегатов международной модели ООН. Поэтому хотел бы продолжить как раз-таки серию вопросов по международно-правовой тематике. Я правильно понимаю, что мы как бы вот кто пришел сейчас, мы дипломаты уже прошлого, да, с вашей точки зрения? Если мы дипломаты будущего, или мы дипломаты настоящего? Вопрос, наверное, к уставным документам. В общем, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что забросит у палаты предварительного производства суда ордер на арест ряд военных и политических лидеров, среди которых премьер-министр Израиля Нетаньяху. Запрос вызвал довольно широкий резонанс в обществе, и особенно примечательна была реакция сенаторов США, которые пригрозили санкциями в отношении всех причастных к выдаче этого ордера. Можно ли на основании этого факта и вообще этот факт использовать как аргумент в пользу того, что Вашингтон уже давно не беспокоится об общепризнанных нормах и принципах международного права? Спасибо. Ну, когда создавалась эта структура, и когда туда внедрялись люди, которые не являются последователями международного права, которые являются людьми на ручном управлении у западных столиц, вот тогда мы и зафиксировали то, что для нас невозможно было подписаться или принять, или акцептировать, как хотите называйте, статут этой структуры. Вот тогда наша позиция была именно из этого сформулировано, что там от международного права меньше, чем от конъюнктуры, от политических интриг, от каких-то там игрищ различных стран. И, собственно говоря, поэтому мы и не ратифицировали и статут, и всегда соответствующим образом относились к этой структуре как таковой. Дела, проблемы, вопросы, которые она рассматривает, они могут... так сказать, анализируются с точки зрения нахождения на рассмотрении этой структуры или сами по себе. Это же отдельная история. Наша принципиальная позиция сформирована в отношении МУС изначально. Как вот, знаете, как фундамент, если он заложен неправильно, то все здание будет, соответственно, с кривизной. Вот здесь то же самое. Мы констатировали эту кривизну на моменте создания фундамента и не участвовали. Все. Спасибо большое. Да, сейчас.
Да, давайте, давайте. Да. Мария Владимировна, здравствуйте, спасибо. Михайлова Софья, первый курс международного права факультета МГИМО. Такой вопрос. Как реагирует МИД на информационные атаки и распространение фейков активное со стороны недружественных стран? Какие принимаются меры защиты и как МИДу... Информационные атаки, что вот как вопросу относительно, что вы имеете в виду? Информационные атаки, дезинформация, обвинения или кибератаки? Что, о чем идет речь? Дезинформация и так же, как вот вы говорили... Дезинформация, когда речь идет о классических фейках, они могут быть, вот я сказала, Риши Сунак, который сказал, что мы перекрыли газ, мы делаем комментарий. Когда идет какая-то кампания, ну, я не знаю, там, от Солсбери, Эйнсбери и так далее, в СМИ, в таблоидах, тогда мы делаем антифейки в нашей рубрике, в нашем разделе. Раньше мы делали их индивидуально. Вот статья, вот антифейк. После 22 года это стало невозможным. Мы начали делать обзоры на темы. Сейчас мы перешли вот к еженедельным или там... таким вот регулярным обзором. И, конечно, мы еще и, помимо всего прочего, это делаем за счет нашей наступательной информационной политики, когда мы выдаем большое количество нашего видения, не просто в контр, а просто наше видение той или иной ситуации. Ну, по-разному это делаем. Спасибо. И второе, как официальные аккаунты МИДа возвращают себе доверие населения? Как убедить всех, что это реальный аккаунт? А я же сказала, ну, да, во-первых, можно в таблице посмотреть, они все сведены. В основном они у нас верифицированы с галочками. Потом, естественно, вы же видите сочетание галочки, контента и количества подписчиков. Вот сочетание этих факторов и плюс еще проверка на сайте дает 100% результат. Спасибо. Вам спасибо.